Отношения строятся с помощью двух людей, которые испытывают теплые чувства друг к другу. Очень важно поддерживать ту связь, что была у вас изначально. Уметь говорить теплые слова, поддерживать и помогать при становлении личности. Не забывать, как важно уделять внимание. Тогда все будет идеально и в гармонии. Хорошие слова и вера в силу человека дают ему стимул быть лучше, и он вправду цветет. Очень важно относиться друг к другу с нежностью. Очень важно, став очень близкими, не позволять себе относиться к нему